Всем привет! Приветствуем вас в нашей студии. Если еще кто не знает, я Эрика Вейс. Я Эрика Монтель. И мы хотели бы рассказать о технике безопасности и как использовать можно вот эту вот пластиковую тыкву на нашем празднике сиренево-черное настроение Хэллоуин. Сегодня я хотела бы, чтобы мы в нашей студии поговорили об этой тыкве. Она у нас пластиковая, мы ее купили в обычном супермаркете. И вот хотела бы просто предостеречь некоторых ребят от пожаров в доме. То есть использовать вот такую обычную свечу, которая плавится и горит, я бы не рекомендовала. Эрика вот решила предложить нам несколько других вариантов. Podemos usar esto del chino. Que echan luces. Она использует вот обычный китайский фонарик, которых вот тут два режимчика. O estas velas de luz. Или обычную вот тоже пластиковую свечу, которая не горит. Porque si echamos estas, las chuchas que hay dentro se derriten. Виталика переживает, что наши конфеты, которые там внутри, будут испорчены. Así que ahora vamos a meterlas dentro, encendidas. Y la verdad, ahora no se ve mucho porque se han tapado con las chuches, pero así está muy bolona. Да, видите, как хорошо получилось. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и приходите к нам в Art Studio. Apuntaos a nuestro canal y ver nuestro video. Adiós. Пока.